1 июля исполнилось 80 лет со дня создания Тверского театра кукол. С юбилейной датой коллектив, руководство учреждения культуры, ветеранов сцены и зрителей поздравил губернатор Игорь Руденя. 12 августа 1944 года в Калинине юные зрители увидели первый спектакль кукольников «Сказки бабушки Татьяны» в здании начальной школы номер 1 на улице Крылова. На тот момент коллектив театра насчитывал всего 5 человек. К 1947 году труппа состояла уже из 20 человек. Сегодня репертуар Тверского театра кукол включает более 30 постановок для детей, семейного просмотра и для взрослых. Реализуются проекты со зрителями, экскурсии по закулисью, мастер-классы. Как и в советское время, театр активно участвует в различных смотрах и фестивалях, получая почетные награды и дипломы. Созданный в годы Великой Отечественной войны театр с первых дней работы взял на себя важнейшую роль в воспитании у маленьких зрителей любви к Отечеству, силы духа, веры в победу добра. Сегодня Тверской театр кукол – это большой гостеприимный дом, хранящий традиции и открытый для творческих новаций. Приходя на спектакли, взрослые зрители ненадолго возвращаются в детство, а малыши получают важные нравственные уроки.